В этом эпизоде Inscription я пытаюсь узнать белку по запаху. У меня ж белка уже не воняет. И повышаю свой скилл. Пицуха растет! Ну-ка, давай! Что, думали, Евгений продолжит нубить, да? А нет, я стал мега-игроком! Вы видели это в прошлой серии. И сегодня мы продолжим тенденцию и попробуем пройти еще раз всю эту карту. И в этот раз мы попробуем съесть говноторт. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы играем с вами в Inscription. Итак, давайте посмотрим, есть ли что-нибудь новенькое. Вот у нас есть что новенькое. А нет, мы тоже, по-моему, читали все. Нужно здесь добыть какие-то карты. Я вообще не понимаю. Ну что ты смотришь, как баран на новые ворота? Извините, пожалуйста. Короче, нам нужно сделать какие-то новые манипуляции, что-то найти в нашем путешествии, и тогда мы с вами откроем эту тайну. Но пока играем. Играем. Нужно собрать карты какие-то, видимо, чтобы что-то там добыть нам, чтобы получилось. Непонятно, что нас ждет впереди. Боссы, карты, это все хорошо, кстати. И рюкзак даже ждет. Так, хоп, собираем. Кого взять? Гриф Индейка. По любасу. Лучшая карта. Из всех тех, что предложено, по крайней мере, было. Так, окей, давайте согреем наше существо. Кто же это будет? Плюс один урон. Кстати, хорошо. Знаете, что я думаю? Давайте горностая. Ни за что. Да иди-ка ты в попку. Ты будешь делать то, что я скажу. Мое предчувствие такое говорит мне, что лучше второй раз не играться. Поэтому не будем. Итак, fight. Надеюсь, что-то будет несложно. Итак, мы можем сразу взять белку и выставить. В целом, нет. У нас жаба, я думаю, хорошо справится с этим волком. Ставим. Идем. Бам. Так, хорошо. Возьмем. И пока, наверное, терпим. Давай, жаб. Молодец. Так, ну сейчас, конечно, сейчас плохо. Да, альфа, все, смотрите, что сделал. Булыжник стал живой. Надо избавиться от альфы, срочно. Поэтому берем белку. Оп. Нефиг тут делать то, что ты делаешь. Плохая альфа. Плохая, пошла отсюда. Окей, прекрасно. Берем белку. Я сдаюсь. Нет, играем. Ты у меня отхватишь, понял? Ты у меня, блин, это что у нас там есть интересного? Горностая. Не, пофигу, короче. Бьем, сейчас победим. Хоп, все. Получил зуб. Это хорошо. Теперь карта крови. Какую бы нам выбрать? Три крови. Нет. Давайте одну кровь возьмем. О, высер! Прекрасная карта. Отличная карта. Рюкзак. И там, кстати, будет потом тотемная битва. Был полон мой рюкзак. Кстати, у нас теперь есть, видите, крюк. Мы можем тырить чужую карту. Это надо учитывать. И вьючная крыса у нас появилась. Блин, мне бы резчицу по дереву найти. Хочется какой-нибудь тотем тоже себе. А у меня ничего нету. Так. Оборонительные волки, которые... Так, снова я. Волки, которые обороняют нас. Нас. От нас. От наших летунов обороняются. Но это, в принципе, все, что они делают. На самом деле, неплохая раскладочка. Мы можем поставить сюда белку и горностая. Вытащить. Он как раз-таки выживет. А потом вытащим высера. Хорошая идея. Оп. Так, есть. Блин, знаете, что я думаю сейчас? Очень плохо, что здесь альфа находится. Так как она... Ладно, давайте ничего не поделать. Сейчас в любом случае ничего не поделать с этим. Хорошо, отлично. Отлично, победили. Прекрасно. Сейчас мы получим новую карту. Давайте периодически, я что думаю, вставать со стола. О! Зимородок мне нравится. Он будет наносить урон, и при этом его никто не тронет. Значит, он будет пропускать урон тогда с собой. Рискнем вот эту карту взять.
Так, смотрим, смотрим, что-нибудь появилось? Карты все те же. На твоем месте я бы ее не трогал. Если только ты не расставил карты в нужных местах. Погодьте. Я должен расставить вот такую комбинацию. Я понял, что я должен сделать. Я должен в битве эту комбинацию поставить. Белка справа и волк. Чуть-чуть левее. Окей, кого мы принесем в жертву? Вонючку. Так, и кто? Кому, кто, кому будет оказана честь? Давайте уж волку, раз на то пошло. Есть. По крайней мере, его будет стоить, еще больше будет стоить его выставлять. Вот давайте попробуем сейчас провернуть это. Если нам позволит, конечно, игра. Так. Опа, это что такое? Это крот. Это все будут кроты. Кстати, неплохо. Очень неплохо. Значит, горностая у нас нету, блин. Кого же нам выставить-то? Когда мы сейчас поставим белку... Блин, мы сейчас поставим белку, и койот ее убьет. А здесь еще дикобраз, который повсюду наносит урон. Так, все плохо. Пока что все плохо. Но нам нужно чем-то обороняться. Давайте подумаем. Ага, ага, ага. Сначала поставим вот здесь, наверное, белку. Стоп, что это значит, вот эта штука? Когда карта 7 символов получает урон, обидчик возвращается. Ага, ставим... Смотрите мой ход мысли. Я поставлю сейчас сюда белку. Этот чувак ее не сможет убить. Но нанесет мне 2 урона, да, нанесет. Но я стырю его карту. Нет, я не стырю его карту, я потом стырю его карту. Короче, я потом стырю его карту, мне придется белку заюзать. Чтобы... Мне нужно решить ту головоломку, поэтому... Выбора нет. Делаем, терпим. Так, берем, берем. Значит, что у нас там есть? Ставим. Белка. Раз, два. Сюда. Слышали? Слышали? Что-то произошло. И вот так. Для нее нет места. Тогда дикобраз. Ничего не поделать. Дикобраз, значит дикобраз. Так. Хоп, хоп, хоп. Смотрим. Значит, у нас есть жаба. Так, ставим. Хорошо. У нас будет теперь... Энное количество. Хоп, хоп, все. Вынесли, вынесли. Сейчас вынесем этого гада. Теперь, в принципе, просто... Ты можешь даже не набирать. Мы сейчас его одолеем. Нам надо взять в любом случае карту. А, давайте возьмем белку, пофиги. Есть. Все, набираем, набираем, набираем. А, что-то у нас еще есть? Ага, грифон. Какой грифон? Почему он вечно грифоном называет? Это просто индейка. Гриф-индейка. Звучит позорно. Так... Теперь же, теперь же. О, рещица по дереву будет налево. Смотрите, есть! Что это? Смотрите. Блин, а что это за кинжал? Так просто стоит кинжал. Давай пообщаемся с ним. Ты это сделал? Я так и знал, что из нее что-то вылезало. Принеси-ка сюда. Хорошая работа. Ты разгадал тайну этой картины. На этот раз. Что на этот раз? Погодите, и что мне с этим делать-то? Я не понимаю. Ну-ка, что вот это? Ну, вот я кручу. Может быть, он сейчас слетит с оси? Нет, не слетит. Уже не знаешь, почему клацать. Я думаю, с часами мы позже узнаем. Ха, ты вытащил это из той картины маслом.
Похоже, мои карты тебя уже не устраивают. Допустим. Что это значит? Чем мы в итоге получили? Он забрал. Он просто забрал мой горшок с цветком. Ладно. Сейчас мы получим новую карту. Смотрите, что это значит? Я не знаю, что... Сорока. Ненавистный скунс. Его запашок ослабляет противника. Ага. Скунс, ну, просто обороняет и ослабляет. Хорошо. И черная коза. Или вот это. Блин, ну сейчас или никогда, давайте поймем. Ага, ага, я понял. Халявная карта 3.7. Берем. Да, я знаю, что в прошлом выпуске, в одном из прошлых вы писали, что я променял на писю это. Но, блин, я видел карту, просто мне было очень смешно. Я это ради прикола сделал только. Мне нравится веселиться, а не слишком серьезно быть. Итак, передо мной речится по дереву, давай. Блин, растущая белка. Или белка-детеныш. Которая перевоплотится во взрослую особь. Давайте попробуем белку-детеныша. Ну, то есть, хуже точно не будет. Вот белка охраняющая, мы просто... Не знаю, на самом деле. Так, стоп! Старатель. Тут бы не просраться сейчас с ним. Я постараюсь не просраться, на самом деле. Я буду очень стараться. У нас мало предметов, вы как-то... Опа, отлично, сороку. Пипец, пипец. Так, во-первых, ставим сразу карту. Да? Ее мы ставим. Ее, конечно... Оу, погодите, стоп. Все не так просто. Давайте дым поставим. Я думаю, это лучше. Ибо старатель превратит мою карту вот эту в золото. Я не могу этого допустить. Удар он выдержит и потом убьет в ответ. Так что пока экономим. Зато 4 кости еще получим. Так, давай. Хоп. Получаем. Че, поставим вьючную крысу? Поставим вьючную крысу, она, мне кажется, даст сейчас предмет как раз-таки. Погодите. Так, она, когда меньше 3 вспомогательных предметов, да, она даст предмет. Это хорошая штука. А сорока дает возможность выбрать из своей колоды любую карту. Это, кстати, тоже интересная штука. Но я думаю, пока что вьючную крысу давайте поставим сюда. Пока что вот так. Все, это начинает двигаться. Так. Набираем белок. Окей. О, блин, больно. Поставим сюда белку? Давайте поставим белку. Остальное ждем. Вот сейчас будет прям боль. О, какая боль. Белка 1.3. Хорошо, она бьет. Значит, сейчас мы можем поставить сороку, которая даст нам возможность вытащить еще одну карту. Но вот это плохо. Вот это плохо. Так. Давайте подумаем, давайте подумаем. Нам надо избавиться от волка. Сейчас, 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 сейчас. Так, от волка избавиться. Сорока не избавится от волка, она только избавится от койота. Блин! Ты должен взять карту. А, да. Что мы делаем? Наверное, мы возьмем белку сейчас. Придется, блин, придется поставить. Ничего не поделать. Сначала, господи, господи, господи. Сначала сороку надо вызвать. Раз.
Два. Сорока. И давайте выберем горностая. Хотя в высер есть тоже одну карту, блин. И грифа надо брать. Мы как раз его можем бесплатно поставить. Грифа берем. Так. Тогда давайте грифы и впендюрим. У нас получается 4 будет урона. 5 урона мы сейчас нанесем ему сразу. Да, пусть будет так. Этого оставим напоследок. Задули. Окей. Сейчас он, к сожалению, убьет моего грифа. Но вот у нас есть оборона. Блин, там бы хороший булыжник такой был. Нам еще надо мула грохнуть. Ух. Что ж. Набираем. Все, пока больше ничего не можем сделать. Так, так, так. О, блин. Должен взять карту. Ух. Волк. У-у-у. Вот это плохо, конечно. Так. Мы грохнем волк и получим 4 урона. Это лучший исход. Что он дернулся? Чё он дернулся? Непонятно, что это было. Так. Белку пока мы не можем трогать. Нам придется потерпеть. 4 урона придется схавать. Вот это плохо. Окей, так. Давайте подумаем. Что если сейчас... Вот эта штука, что это означает? Одна карта с этим уроном наносит обидчику урон, тот сразу погибает. Ага. То есть я в любом случае погибну. И моя задача сейчас нанести урон именно старателю. Раз... Два. Вы понимаете, да, к чему я? Наносим урон старателю. Это значит, что мы... Допустим, мы ставим сюда. Применяем вот это. Оп. Карту можно, наверное, не разрезать. На самом деле... Пока, потом разрежем. Потом разрежем его карту. Сейчас мы просто бьем. Оп. 6 урона. Небольшой перевес. Так. О! Высер! Ну, мы не можем ничего сделать. Так, придется грохнуть вот эту. Есть! Блин, еще волк гребаный! Карта. Смотрите. Что у нас там высер? Два. Это всего лишь один. По крайней мере, мы не лишимся карты. Давайте ставим вот так. Так, есть! Белка! Спасибо, спасибо, спасибо! Очень хорошо, очень хорошо. Значит, у нас есть койот, который сделает бобо. Есть белка, есть воробей. Так, давайте берем еще одну белку. Ха, поставим койота. Да, можно на самом деле реально поставить койота, но он сдохнет. А мне сейчас и наплевать на самом деле. Пусть сдохнет, что я выигрываю. Есть. Все. Все, победа. Отлично! Вытащили тактикой. Это так забавно. Я просто знаю, как бомбит энное количество вас, друзья, вот в комментариях под предыдущими выпусками. Надеюсь, здесь... Я, конечно, наверняка какие-то тоже тактические ошибки совершил, но, тем не менее... Смотрите, что-то опять произошло. Вот этот эффект был только что экрана. Так. Ура, Юли!
конечно же, берем у Раюли. 4, ну пипец, может быть, к нам коза выпадет. Будем надеяться. Дай-ка взглянуть. Ага. Просто топь. Давайте посмотрим, что у нас новенькое есть. Ничего новенького на самом деле нету. Опа, зубы. Ну что, скажешь, новый? Я лицезрел окончательное поражение Лешего. То еще зрелище. Но я не надеялся, что ты сможешь меня освободить. Чтобы это свершилось, тебе нужно припрятать в рукаве нечто особенное. Что, штопор? Ладно, играем. Черная коза. Черная коза. Черная коза. Черная коза. Как раз таки вот, да, берем акулу, и тогда я просто знаю, как вам бить. Черная коза. 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 Играем. Вот, гриб. Это что-то новенькое. Ты оказался посреди густой грибной рощи. Прищурившись сквозь облако спор, ты разглядел фигуру. Мы микологи, да? Микологи? Я не знаю, что это. Да! И мы проводим эксперименты вдали от... В других местах нам не рады. Мы поэкспериментируем над твоим зверищем. Да? Нам нужно две одинаковых существа. Каждый из нас возьмет по карте. Вот и задача, у тебя нет. У тебя нет дубликатов. Возьми одну из наших карт. При последующей встрече воспользуемся ею. Возьмем грифа. Кто знает, что дает, что не дает. Итак, крещется по дереву. Муравейник. А, да, 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 да. Моя читерская схема. Да. Как раз таки у нас босс сейчас. Надеюсь, здесь эта карта сработает. Это вообще, это система. Мы уже применяли ее выпуск назад. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Так, белка. Против нас зимородок. Он нырнет. В таком случае мы ставим белку. Отлично. У нас получается муравей. Мы можем поставить дым. Вот, гриб. Сразу. Это что-то новенькое. Муравья пока не трогаем. Хоп. А что-то мы не трогаем? Погодите. У меня ж белка уже не воняет давно. Блин. Я и забыл про это. Ладно. В таком случае, что? Кладем муравья. Блин, он же отнимет у меня сейчас. Отнимет. Отнимет. Как поступать? Ладно, давайте поставим вот муравей. Сейчас, по крайней мере, 4 урона нанесем. 5 даже урона, я бы сказал, нанесем. Потом вот можно было бы вот эту штуку поставить. Что-то с зеркалом. Возможно, она зеркалит карту. Очень, кстати, может быть, реально, что она зеркалит урон карты. Ну ладно, это мы посмотрим. Так, сейчас я сразу, хоп. Свеча потухла. Повись, рыбка. Ага. Так, давайте что сделаем. Мы сейчас, конечно, тут акулу запустим. Это очень, очень стрёмная история. Давайте подумаем. Смотрите, акула по 4 бьет. По 4. 6.
Это очень фигово. Но что мы могли бы сделать с вами прямо сейчас, так это вот что. Да. Хоп. Да. Вот оно как. Вот он, скилл, видите? Ух, блин, бицуха растет. Ну-ка, давай. Благо монтаж есть. Можно как угодно себя представить. Погодите. Ну-ка. Блин, все. 18+. Так. Я пока не умру. Блин, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Мне бы еще один вер получить. Что у нас? Что у нас? Бог богомолов. И амеба. Ну, он, по-моему, заменяется на случайный. 13-е дитя, которое можно приносить жертву постоянно. Бог богомолов. Да, всегда надо брать бога богомолов. Окей. Мы, кстати, никогда он нам не попадался. И этот чувак на видео, помните, в прошлом выпуске, он же как раз-таки искал бога богомолов. Давайте посмотрим, может быть, он что-то нам скажет? Нет, ничего не сказал. Он даже не хочет прокомментировать то, как мы круто убили рыбака, белка и кольцевой червь. Нам обязательно надо это добыть. Так, смотрим, куда нам нужно пойти, чтобы его добыть. Вот здесь у нас есть вероятность. Пройдемся. Рещица по дереву нам не нужна. Пройдемся через... Шкурки, кстати говоря, прокачаем, да? Чистые шкурки. Прокачаем наши шкурки. Зайчьи шкурки. А, за лося. За... Есть бобр еще, который плотину строит. Блин. Бобр, который строит плотину, это хорошо. Опять я забыл, что делает следующий босс, если честно. А, шкурки. Он превращает в шкурки там капканы, которые будут убивать. Значит, мы на потом. Значит, мне кажется, нам нужен на самом деле вот этот. И вот этот. Неужели это золотая шкурка? Великолепно. Давайте амебу возьмем. Может быть, даже попробую когда-нибудь. Но теперь у нас нет шкурок. Вот что самое забавное. Ладно, ничего страшного. Плюс 2. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Гризли. Убийца. Просто убийцей будет. Бог богомолов. Давайте бога богомолов поставим. Если нам повезет, мы сможем его заюзать. Все, забираем, 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 забираем. Босс. Ну давай, белка у нас здесь. Белка-муравей. И чё, чё ещё? И кошка. Олени. Блин, интересно вот с кошкой. Значит, смотрите. Хоп. Муравей. Давайте поставим кошку. Хоп. И я ещё могу что, муравья поставить? Она даже не сдохла. Она даже не сдохла. Это просто... Это просто жесть. Она же ничего с ней не произошло. Хоп. И она вернулась. Вот такие вот пироги. Так, они сейчас перевернутся, кстати говоря. Так, берем. Значит, смотрите, ставим. Вот так вот делаем. Хоп. Ставим муравья. Блин, надо было кошку... А, ладно, ничего страшного. Мы, в принципе, легко можем эту фигню провернуть еще раз. Так, олененок вот сейчас сюда пойдет. Надо, чтобы Вонючка его здесь ждала. Хоп. Хоп. Вот такие вот пирожки. Опа.
Здрасте, у нас тут кошка, если чё. Так, белка. Мы берем муравья. К сожалению, у нас сейчас сдохнет муравей. Но мы хорошо кацанем этого оленя. Значит, смотрите, делаем вот так опять. Оп. Не знаю, правда. Ой! Блин! Ладно. Точно, я же не смогу убрать ее. Ну, я выиграл. Ладно, я выиграл. Все. Вот эту вот ошибку не допускаем. Здесь я не подумал. Она же никуда не уберется. Ох ты ж. Ох ты ж. Ну, блин, надо иметь удачу. Нет, у нас не получится лося взять, к сожалению. Ой, лося какого? Лося. Кольцевого червя. Я все его пытаюсь найти. Ну вот лося мы, конечно же, возьмем. Летучая мышь, то с одной стороны хорошо, чтобы хоп, сразу атаковать врага. Он же летун у нас. Давайте летучую мышь возьмем. О, костер. Плюс 2 здоровья. О-о-о. Даже не знаю, кого бы нам взять и поставить. Можно волка, конечно, было бы усилить. Давайте летучую мышь усилим. Раз. Я уверен, что можно еще раз. Я уверен. Это, я не знаю, как это работает. Игра знает, что я уверен. И поэтому она такая, как вы знаете, смелым благоволит судьба. Хорошо, хорошо. Салют! О, у нас лось выпал. Так, мы опять против оленей сражаемся. Какие-то оленевые боссы одни. Так, что у нас есть? Что за прикол? Что за прикол? Ставим. Получаем муравья. Вот так вот. Олень ничего не сможет сделать. Пока что так. Нам бы, кстати, в рюкзачке что-нибудь порыться. Было бы хорошо. Ну все. Так. О, какая атака. Она сейчас будет классная. Бам. Бам. Так, у нас, смотрите, какие дела интересные. Здесь олень, который делает бобо. Но нам надо сейчас как следует его ослабить. Хоп. Раз, два, три. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Сейчас олени будут расти. Вот это плохо. Так. С одной стороны, мы можем что сделать? Мы можем сейчас... Мы сразу, в принципе, убьем оленя. Давайте ставить муравья. Вообще не паримся. По 3 урона сейчас как нанесем. Бум. То олененок сдох, еще не повидав жизнь. Не познав все радости. Ну, а что поделать? Итак. Возможность получить карту. И там еще костер, кстати, будет. Раз, раз, раз. Криф хорошая вещь. Я хочу кольцевого червя. Давайте олень тогда возьмем. Пофигу. Там, кстати, еще одна будет карта впереди. Будет шанс, будет шанс. Плюс 2 здоровья. Давайте подумаем, кого нам бы прибавить. Прибавить можно... Боже мой. Столько карт, и я вообще практически никакой из них не пользуюсь. Можно высеру сделать. Или жабе. Там, кстати, никто летающий не будет на боссе. Но вот ослабить... Постоянно, чтобы ослабляло... Нет. Кого-то другого надо. У нас, кстати, нету... Вот что плохо. Там будут капканы против нас. Там будут капканы против нас. А если богомол будет сразу все капканы бить? Вот, допустим, у меня выпадет богомол. Он по всем...
от какого капкана он сдохнет. Он на все капканы шкурки даст. Это интересно, кстати, было бы узнать. Ладно, давай вонючка пусть будет. Не знаю, все. Не уверен. Забираем. Босс. Тотемное существо. Птица. Птица, возвращающая одну единицу урона. Я даже уже символы запоминаю, прикиньте. Так, короче, здесь яйцо, которое вырастет, и здесь яйцо, которое вырастет. Олень, который... О, погодите, давайте поставим вот эту штуку. Просто попробуем. Не знаю, что это дает нам. Что-то, наверное, даст, что-нибудь даст. Так, пришла пора ставить муравья. Муравей поставлен. Как-то... Смотрите, эта пихта, она даже от птиц защищает, оказывается. Хоп. Вот это сильно. Так, что у нас там? Сейчас мы должны убить птицу. А, видите, да, он реально зеркалит. Он зеркалит. У нас есть большая проблема. Так, ладно, берем эту. У нас там еще есть? Да, у нас есть еще. Хорошо. Делаем так. Теперь у нас есть два рабочих муравья. Проблема такая, что нам надо угрохнуть эту птицу. У нас нет выбора, кроме как пожертвовать этой штукой. Наша зеркалка сейчас нам не нужна. Вот сделаем вот так вот. Тогда мы сейчас сразу и грохнем. Хоп, хоп, хоп. Всех грохнул, прекрасно. Ой, я просрал все равно. Все равно просрал. Нифига себе. Надо было сразу это делать. Надо было еще раньше поставить муравья, не парить себе мозги. Да. Так, не будем больше усиливать на костре ничего. Пожалуйста, ну червь кольцевой, ты проклятая. Не фартануло! Вырастет со временем. Ну, видите, у него... Давайте возьмем гриф и индейку лучше. Все, нужно что-нибудь хорошее взять. Нужно что-нибудь очень хорошее взять. Да. Раз. Коза. Коза. Может, придется добирать карты тогда. Так, все, начинается босс. Начинается босс. Чертов охотник. Окей. Смотрите, у нас есть бог богомолов. Вот сейчас мы как раз таки его и испробуем. Так. Просто посмотрим, что он будет делать. Муравья, к сожалению, никуда не можем пока поставить. Окей. Тихо. Так, ставим муравья. Вот сюда. Пока что так. Хоп, получаем шкурку. Отлично. Так, теперь нужно бомбить, да? Нужно бомбить его, жестко бомбить. Ставим белку, получаем муравья, ставим сюда. Пока это то, что я могу сделать. Богомол сейчас будет продолжать бить. А, нет, походу первую, которую он ударит, он сломает и исчезнет. Вот как это будет, оказывается. Да. Нет! Что? Он не сдох?
как это интересно. А, ну конечно, он... Хотя странно, что он не сдох, да? Очень странно. Так. Ладно, пришла пора. Так, вот теперь он сдох все-таки. Оп! Есть, победа! Так, сейчас он будет обменивать шкурки. Так, закончилось. Теперь давай меняться. Надеюсь, ты принес мне пушнину. Эти существа готовы вцепиться тебе в глотку. Бери кого можешь, но помни, оставшиеся карты будут сражаться за меня. Итак, давайте думать, кто опасен, очень опасен. Во-первых, надо забрать вот его. Надо забрать акулу. Надо забрать птицу. Хорошо. Блин, надо было и медведя, конечно, забрать. Он еще страшнее, по-моему. Не, ну он такой же, на самом деле. Еще мы берем, да? На самом деле, нужно сразу выставлять сейчас акулу. Так, берем белку. Блин, я даже муравьями не могу пользоваться. Сколько у нас, кстати, этих? Не хватает. Не хватает, чтобы гриф и индейку поставить. Типа... Я сейчас могу попробовать поставить белку, потом на нее козу, а потом акула, которая сразу будет наносить урон, получается, наносить... Во-первых, мы сразу медведю сейчас нанесем, да, ведь урон? По-моему. Пока он еще там. А черепаха даже тронуть меня не сможет. Нет, она сможет тронуть конкретно меня. Не запутаться бы во всем этом барахле. Сейчас мне точно будет высер бить. Убьет гремучника. Остальной урон должен, по идее, туда направиться. На карту. А, карты здесь нету. Карта же вот тут. Короче. Делаем вот так тогда. Ладно. Ой, блин, что я делаю? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Стоп. Черная коза. Так. Итак, ставим акулу, которая еще летает и ныряет. Сколько у нас теперь? Отлично. Грифон. Ставим. Волка сейчас грохнем. Теперь смотрим. Раз, пять. Два. Жалко, вонючка, конечно. Грифон, всего два. Два, пять. Я думаю, знаете, что нужно делать? Вот это. Даже не так надо было сделать. Блин, не подумал. Надо было козу поставить вот сюда. Еще муравей. Но мне кажется, этого тоже должно хватить. Сейчас просто они все, хоп, сразу по нему. Да, победа. Отлично. Ах, какой долгий напряженный выпуск. Да будет свет. Окей. Длинный олень. Возьмем длинного оленя. Смотрите, у нас сейчас будет босс финальный. Если повезет, боже мой, если повезет, мы с вами добудем говноторт. Окей. Окей, давайте предмет какой-нибудь возьмем. Коза. Конечно, коза. И идем к боссу. Ну, пошли. Здесь у нас, конечно же, ничего нету, мы можем просто идти так. Здесь викторина начинается.
выпал редкий шанс. На кону величайшие дары Лешего. А, точно. Испытание крылатых. У одной из трех случайных карт должен оказаться символ летунов. Должен оказаться бегунов. У меня бегунов прочи... О! Испытание. Одной из трех случайных карт должна быть редкая карта. Летуны. У меня летунов довольно-таки много. Пожалуйста. Есть. Есть! Победа. Выбери одно. Дар. А, в начале хода можно взять сразу две карты. Кажется, вот оно мое. А, любую карту. И дар козьей крови. В начале каждого раунда на доске будет лежать черная коза. В целом, я могу одними муравьями здесь затащить. Типа белок просто набирать. Да я думаю, так я и буду делать. Еще раз. Итак, испытание плавниковых. У одной из трех должна быть амфибия. А, испытание кольца. Если есть кольцевая карта. Нету кольцевой карты. И что-то одной из трех должна быть пушнина. Ну, я ставлю вот на это. Пожалуйста, плавничочек. А, нет, просран. Поражение. Ничего, 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 ничего. Ты смог найти один дар. Может, это даже будет честный поединок. Ну, вообще, да, эти дары просто делают оба... Как называется? Overpower, OP. Или имба. Так, кофе еще. О, еще кофе остался. Ты вернулся. Сядь. Что ж, придется его снова одолеть. Как же я люблю эти мгновения. Фу. Так, здесь он будет всех пародировать. Двух свечей в этот раз может не хватить. Окей, белка. Лось. А что, не могу взять? На первом ходу нельзя, да точно. Так, у нас богомол. Я что думаю? Я думаю, вот что. Да, спасибо за муравья. Я думаю, вот что. Оп. Лось. Иди, дубась. Вот так я считаю. Просто всем дал. Всем дал люлей. А, старатель. Он же сейчас превратит. Так, ладно, сейчас берем раз. И вторую. Два. Используем. Используем. Давайте всех трех муравьев поставим. Почему нет? Ставим. Два. Три. Сразу куча всего. Пока не будем ставить оленя. Дождемся. Так, хоп-хоп-хоп. Есть! Свеча потухла. Сейчас он превратит всех. Наполненная лунным светом лесная чаща оживала. Темные. Оживила темные силуэты. После длительного и мучительного сна им хотелось подышать ночным воздухом. Ах да. Эту карту я помню. Юджин! О, боже мой. Так, возьмем одну белку. И возьмем карту из колоды. Горностай! Давайте пока копить. Тыщ, 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 тыщ. Неплохо, да. Прощай, лось, прощай. Ты был хорошим другом. Спасибо. Спасибо за хорошую игру. О, боже мой. Так. Надо взять две белки. Мое мнение. Да. Две белки. Нет, погодите. Две белки. Зачем мне две белки? Сейчас. Мы можем получить с них... Смотрите,
Мы сейчас поставим сюда одну белку, две белки, получим двух муравьев. И поставим их сюда, и сразу грохнем эти карты. Да, все правильно. Ладно, давайте, пусть будет белка про запас. Раз. Два. Ставим муравья. Ставим муравья. Так, сразу вытащили. Хоп, хоп, хоп. Все, один муравей подох. Нет, не подох. Ой, нет. Нет. Так. Ничего. Одного воробья мы... Ой, воробья. Муравья лишимся. Давайте возьмем вот отсюда еще посмотрим, что здесь есть. Кошка. Ставим. Да зачем мне эта кошка на самом деле? Вот. Пока что так. Вторая свеча задулась. Так, теперь мы будем с Луной сражаться. Должно опять сработать. Он, как я, повторяет одни и те же ошибки. Луна 40. Ух. О да, еще как работает. Так. Белка. И карта. Летучая мышь. Прекрасно, 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 прекрасно. К сожалению, вот от этого никак мне не избавиться. Ладно, будем бить. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Она сейчас избавит меня от этого ужаса. Так, сколько у нас? Три белки. Прекрасно. Олень. Ну ладно, фигня на самом деле. Мы, кажется, затащили. Тут уже без вариантов. Да, он сейчас все очистил карту. Бедная карта. Че мы? Блин, он... Подождите. Когда карта с этим символом наносит обидчику урон, тот сразу погибает. Так я же сейчас выиграю. Я же, блин, сейчас выиграю. Надо взять карту. Возьмем белку. И возьмем еще карту. О! Ё-моё! Так. Окей. Блин, это огромное, просто огромное количество вещей у меня сейчас будет. И муравьи. Сколько там эта штука? Два бьет. И вот это. Получаю муравья. Так, раз, два. Ставим сюда. Получаем еще муравья. Так, летучая мышь что дает? Два удара. Олень два. Муравьи сейчас затащат. А, стоп, надо же белки принести в жертву. Сюда. Еще муравьи. Ставим. Где там белка гребаная? Сюда. И еще муравей. Все. Оп. Все. Может, даже было не расставлять все это. Ты не первый, кто смог одержать верх над Луной. Но продолжай. Покончи с этим. Вот так. Есть! Слушайте, как хорошо! Как хорошо! Как мне нравится. Что-то там даже накидало мне. Ты завоевал уважение жильца странной хижины. Когда адреналин поутих, твое тело задрожало. Ты был зверски голоден, ведь не ел уже несколько дней. Разве не так? Это блюдо должно тебе понравиться. Я старался как мог. Серьезно? Тебе это не по нраву? А, я не могу, я жму на нее. Ну ладно. Почему я не могу съесть? Стой там. Где? О нет, он не работает, если внутри нет катушки с пленкой. Катушка с пленкой мне нужна! Ты чемпион, я хочу увековечить память о тебе. Мне нужно добыть где-то катушку с пленкой. Юджин... 2. Не дергайся, ты победил.
Да, мы немножечко, совсем чуть-чуть, получается, продвинулись по истории дальше. На подходе очередной соискатель. Вопреки ничтожным шансам, твой предшественник смог меня одолеть. Ничтожным? У меня была просто лютая катка. Сомневаюсь, что это повторится. Вот моя колода. Давайте посмотрим, что есть у меня. Какие дела? Мы должны собрать муравей и белка. Что-нибудь скажешь? Невыносимая агония. Ничего нет нового, к сожалению. Ох. Муравей и белка. Это все нужно будет обязательно сделать в следующей серии. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, вы получили удовольствие от этого видоса. Я прям огромное удовольствие. Я прям еще хочу поиграть, на самом деле. Возможно, сейчас буду прям сразу следующий видос записывать. В общем, с вами был Юджин, и всем пять!